Здравствуйте! Сегодня с вами мы будем вязать салфетку. Для салфетки подойдут любые ниточки. Это может быть хлопок, хлопок с вискозой, вискоза с люрексом, вот как в данном случае блестит очень красиво, либо акрил. И крючок, соответственно, нашей ниточки, это где-то 2-2,5. Но сегодня вязать мы будем с вами вот из такой ниточки, из толстенькой. И крючок у меня 4,5. Делаю это я для того, чтобы вам было видно рисунок, видно, как я вяжу, и чтобы все было понятно. Сделайте вот такую петельку. И вяжите 12 столбиков без накида. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Соединяем последнюю с первой. Я оставила ниточку, чтобы нам потом так вот стянуть было удобно стягивать. Вот что у нас получается. Теперь вот у нас получился такой кружочек, и теперь в каждую петельку мы будем с вами вязать 2 столбика с накидами. Делаем 2 воздушные петли для подъема. В эту же петельку мы делаем 1 столбик с накидом и продолжаем в каждую петельку по 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. 1, 2, следующую петлю, 1 столбик с накидом, 2, так продолжайте дальше. Следующий ряд, делаем 2 воздушные петли для подъема. Еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Для нашего рисунка. Далее в каждую 2 столбик с накидом. Опять 3 воздушные. 1, 2, 3. И опять через 1. 1, 2. Во 2 столбик с накидом. И опять 3 воздушные петли. Столбик с накидом через 1. Так должно получиться. Продолжайте до конца. Три воздушные петельки и соединяем с предыдущим столбиком. Вот таких столбиков с накидом должно получиться 12 штук. 2 петли для подъема. В каждое отверстие по 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И столбик с накидом над столбиком с накидом. Так, должно получиться 2 столбика, между ними 3. Опять в отверстии 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И столбик с накидом над столбиком с накидом. И так дальше.
Раз. Два. Три. И столбик над столбиком. Последние три петельки. Соединяем с предыдущим. Следующий ряд над каждым столбиком, столбик с накидом. Две для подъема и в каждую петельку по столбику с накидом. Столбик с накидом, каждую петельку. В результате у вас должно получиться 48 столбиков с накидом. Соединяем. Следующий ряд. 2 воздушные петли для подъема. 3 воздушные петельки еще набираем и через одну столбик с накидом. Опять 3 воздушные и через одну столбик с накидом. 3 воздушные и через одну столбик с накидом. И так далее. Соединяем. Следующий ряд. 2 воздушные петельки для подъема. И в каждую дырочку опять по 3 петельки с накидом. Раз столбик с накидом. Два столбик с накидом. Три столбика с накидом и столбик с накидом над столбиком с накидом. И опять 3. Соединяем. 2 петельки для подъема. И далее у нас пойдет основной рисунок в виде лепестков. Серединка у нас закончена. 2 воздушные петельки мы уже связали. Теперь вяжем 2 столбика с накидом. Раз. Следующий. 2. 3 воздушные петли. Раз, два, три.
и 2 пропускаем петельки, и в третью вяжем столбик с накидом, и в следующую еще по столбику, всего 3 петельки. Таким образом у нас получается 3, 2 пропускаем, 3, 2 пропускаем, 3. Между ними 3 воздушные петельки. Продолжайте дальше. 3 воздушные петли, 2 пропускаем и 3 подряд столбика с накидом. Три воздушные петли. Соединяем. Следующий ряд. 2 петельки для подъема. В следующую петельку 2 столбика с накидом. Раз, два и следующий один. Дальше 3 воздушные петли. Раз, два, три. Столбик с накидом первую. Следующие 2 столбика с накидом. Раз. Два. Следующий один. 3 воздушные петли. В результате чего у нас получается над 3 петельками 4. А здесь также 3 воздушные. Над этими 4. Здесь 3. Так продолжайте дальше. Над первой петелькой 1 петля, над второй 2. Над третьей 1. 3 воздушные петли. Соединяем. Следующий ряд. 2 петельки для подъема. Во вторую столбик с накидом. В третью 2 столбика с накидом. И в последнюю столбик с накидом. И опять 3 воздушные петли. Столбик с накидом. Во вторую тоже столбик с накидом. В третью 2 столбика с накидом. И в последнюю, в четвертую, 1 столбик с накидом. 3 воздушные петли. В результате у нас получится 5 столбиков с накидом и 3 воздушные. Эти 3 воздушные петли у нас будут повторяться из ряда в ряд. Они меняться не будут. Будет меняться только рисунок на листочках. Продолжайте дальше. Первую, вторую по столбику, в третью 2, четвертую 1. Первую 1 столбик, во вторую 1 столбик, в третью 2, и в четвертую 1. 3 воздушные петли.
3, 4, в этом ряду у нас по 5. Соединяем. У нас уже вырисовываются лепесточки наши. Следующий ряд. 2 петельки для подъема. Следующая петелька, столбик с накидом. В третью 2 столбика с накидом. И дальше по одному столбику с накидом. И 3 воздушные петли. В результате у нас получается 1, 2 по одному столбику, в третий, как всегда, 2, 4, 5 по одному. Первый 1 столбик с накидом. Во вторую петельку 1 столбик с накидом. В третий 2. Четвертый 1. Пятый, 1, 3 воздушные петли. И так дальше. Соединяем 2 для подъема, 3, 4, 5, 6. В этом ряду у нас 6 петелек. Соответственно, в следующем у нас будет 7. Во вторую столбик с накидом. В третью столбик с накидом. А вот четвертую 2 столбика с накидом. Пятую столбик с накидом. Шестую столбик с накидом. И также 3 воздушные петли. В первую столбик с накидом. Вторая столбик с накидом. Третья столбик с накидом. Четвертая 2 столбика с накидом. Пятая столбик с накидом. И шестая столбик с накидом. Три воздушных петли. В результате у нас получилось 7 петелек. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. Я надеюсь, вам видно хорошо. И далее по рисунку. Так, последний лепесток. 1, 2, 3. Дальше 2 в 1. 2 столбика с накидом, 3 воздушные и соединяем. Две для подъема. Вот такие лепесточки выходят у нас. 1, 2, 3, 4, 5. Шестой ряд лепестков вяжем. Следующий ряд вяжем так. Так как у нас тут 7 петелек, распределяем таким образом. Первые 3 по одному столбику с накидом, в четвертую 2 и остальные 3 тоже по одному. Один, два, три. 3 по одному столбику с накидом связали. В четвертую 2 столбика с накидом. Раз, два. Дальше по одному.
Раз, два, три и три воздушные петли. И опять таким же образом. Первую одну, вторую, третью одну, а в четвертую два столбика с накидом. И дальше опять три по одному столбик. Первая, вторая, третья и три воздушные петли. У нас получается 8 петель. 3, дальше 2 в одну и опять 3. 8 петелек. Продолжай дальше. Последний лепесток. Первая, вторая, третья, четвертую две, и далее в каждую по одной. Воздушные петли соединяем, 2 петельки для подъема. Дальше мы будем вязать 2 ряда без прибавления по рисунку. В каждую предыдущую петельку по столбику с накидом. Повторяю, не прибавляем. Вот как есть рисунок, так мы его и вяжем. Три воздушные петли. То есть у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков с накидом. 3 воздушные, опять 8 столбиков, 3 воздушные. Итак, 2 ряда. Соединяем. Два подъема. Напоминаю, мы связали 2 ряда по рисунку без прибавления. Вот у нас последнее прибавление было и 2 ряда без прибавления. Следующий ряд вяжем так. 4 столбика с накидом. Я считаю эти 2 петельки подъем тоже. Третий, четвертый, одна воздушная и еще 4 столбика с накидом. Три воздушные петли. И опять 4 столбика, 1 воздушная, 4 столбика. Раз, два, три, 4 воздушные и еще 4 столбика с накидом. Раз, два, три, четыре, три воздушные. Так получается 4 столбика с накидом, такая дырочка, это петля воздушная, и еще 4 столбика. Так продолжать до конца ряда.
соединяем. Следующий ряд. 2 воздушные петельки, 3 столбик с накидом должно получиться у нас, 2, 3, дальше 2 воздушные петли и столбик с накидом в нашу предыдущую воздушную петельку. Опять 2 воздушные петельки и 3 столбика с накидом. Три воздушные петли. Таким образом мы задействуем первые 3 столбика, потом столбик серединки и последние 3. И между ними по 2 воздушные петельки. Три столбика с накидом. Раз, два, три. 2 воздушные петли. Столбик с накидом в предыдущую воздушную петлю. 2 воздушные петли. Столбик с накидом через одну получается у нас вот эти последние 3. Раз, два, три. Соединяем. Столбик с накидом. Получается 2 столбика. 2 воздушные петли. Столбик с накидом в предыдущую воздушную петлю. Так, теперь еще 2 воздушные, столбик с накидом в предыдущие воздушные петли, еще 2 воздушные и 2 последние столбики с накидом. Вот что у нас получается: 2 столбика, пропуск, столбик, пропуск, столбик, пропуск, 2 столбика. Между ними по 2 воздушные петельки. Далее, как обычно, 3 воздушные петли. 2 столбика с накидом. 2 воздушные. Столбик с накидом воздушные, 5 2 воздушные, еще столбик с накидом, еще 2 воздушные и последний 2 столбика с накидом. Что должно получиться.
продолжайте дальше. Соединение. Следующий ряд. 2 воздушные и воздушных петель здесь у нас больше не будет. В каждую по столбик с накидом. Столбик с накидом. Дальше, где воздушные петли были, 2 столбика с накидом. Дальше столбик, столбик. Опять здесь 2. Опять столбик, столбик. Здесь 2. И наши последние 2 столбика. И как всегда, 1, 2, 3 воздушные петельки. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 петелек. Продолжаем дальше. Первые 2 столбика с накидом. Потом в каждую пустоту по 2 столбика. И над каждым столбиком по столбику с накидом. Продолжайте в таком же духе дальше. Соединяем. Теперь наши лепесточки пойдут на убывание. И чтобы как-то разделить, я воспользуюсь темной, более темной ниточкой. Так, следующий ряд мы не будем вязать 2 воздушные петли. Мы во вторую заводим крючок, провязываем вместе их. Вот теперь вяжем 2 воздушные петельки. И всего у нас здесь должно получиться 10 столбиков с накидом. Первый есть. Второй, третий столбик с накидом, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Десятый. Как вы видите, первый мы пропустили, последний тоже. Серединки 10 связали. Дальше 2 воздушные. Столбик с накидом на наши 3 воздушные петельки. Еще 2 воздушные. И во второй столбик вяжем. Далее 10 петель. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой.
8, 9 и 10. Опять 2 воздушные, столбик с накидом, наши 3 петельки. И еще 2 воздушные. И столбик с накидом уже во вторую петельку. Вот смотрите, что у нас получается. У нас идет на убыль. Мы вяжем во вторую петлю. Первую, последнюю не вяжем. И наши 3 воздушные петельки разделяются столбиком с накидом. Между ними по 2 воздушные петли. 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные, 10 столбиков с накидом, 2 воздушные, столбик, 2 воздушные и так далее, 10 столбиков. Вяжите до конца ряда. Соединяем. Вот что у нас получается. Две петельки для подъема. Дальше идут столбики с накидом. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Также по краям оставляем по одной петельке и 8 столбиков с накидом. 2 воздушные. Дальше предыдущий воздушный столбик с накидом. Опять 2 воздушные. Опять предыдущий столбик с накидом. И еще 2 воздушные. И следующий лепесток также во вторую петельку. Столбик с накидом. Раз. Два. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 2 воздушные, столбик с накидом. 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные и со второй петельки опять 8 петель, 8 столбиков. Вот так должно получиться. 3 дырочки, 8 столбиков с накидом и опять через 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные и 8 столбиков с накидом. Соединение. Вот так у вас должно получиться. Следующий ряд. Заводим крючок в следующую петельку, соединяем 2 воздушные петельки и всего должно быть 6 столбиков с накидом. 3, 4, 5, 6. И дальше по рисунку 2 воздушные,
столбик с накидом, предыдущие воздушные, опять 2 воздушные, столбик с накидом, предыдущие воздушные, 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные и 6 столбиков с накидом во вторую начиная петельку. Шесть столбиков с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные, 6 столбиков с накидом. У нас листочек идет на убавление. 2 воздушные, соединяем. Так вот. Следующий ряд, также следующую петельку раздеваем крючок, протаскиваем через обе петли нитку. Делаем 2 воздушные, вяжем 4. У нас будет тут столбик с накидом. 3, 4, 4 столбика с накидом. И дальше как по рисунку. 2 воздушные, столбик с накидом воздушной петли предыдущего ряда. 2 воздушные, столбик с накидом. 2 воздушные, столбик с накидом. 2 воздушные, столбик с накидом. 2 воздушные и столбик с накидом во вторую петельку. И 4 столбика. 2, 3, 4. 2 воздушные и дырочку столбик с накидом. Последние 2 воздушные соединяем. Следующий ряд у нас будет 2 петельки со столбик с накидом, остальные все будут с воздушными петлями. Заводим крючок в петлю, соединяем 2 воздушные и еще столбик с накидом. Дальше, как обычно, 2 воздушные, столбик с накидом, еще 2 воздушные, столбик с накидом. 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные, и вот здесь вот во вторую петельку столбик с накидом, еще один столбик с накидом. 2 воздушные, столбик с накидом. Вот что у нас получается. 2 столбика с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Продолжаем
Доходим до лепесточка. У нас тут два столбика с накидом. Вот так вот. Лепесток у нас закончен. Практически еще один рядок и все. Соединяем. Дальше вяжем 2 воздушные петельки и еще 2 воздушные, и также в сеточку продолжаем вязать столбик с накидом. 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Так, продолжайте. 2 воздушные, столбик с накидом. Доходим до последней сеточки, вяжем столбик с накидом, 2 воздушные и следующий столбик с накидом в серединку вот этих 2 петелек, которые у нас заканчивают листочек. Опять 2 воздушные, дальше продолжаем сеточку вязать. Последние 2 воздушные соединяем, и основной рисунок салфеточки у нас закончил. Теперь остается связать кайму. Кайму я буду вязать из черных ниток, чтобы также разделить для вас рисунок, чтобы было понятно, где что. Приступаем. Заводим серединку, петельки соединяем, обе петли. Теперь в серединке каждой мы будем вязать свой рисунок. 2 воздушные для подъема. Теперь 2 столбика с накидом в следующую ячейку. 1, 2. 2 воздушные и еще 2 столбика с накидом в эту же на ячейку. 1, 2. Столбик с накидом в следующую. В следующую опять 2 столбика с накидом. Две воздушные петли и в эту же еще 2 столбика с накидом. И в следующую столбик с накидом. Итого у нас получается в одной ячейке 4 столбика с накидом, разделяющиеся 2 воздушными петлями. В следующей ячейке у нас только 1 столбик с накидом. Опять 4, опять 1. Продолжаем дальше. Соединяем. Таких рядов у нас будет 5. Две петли подъема. Также две воздушные. И в эту же петельку еще 2.
предыдущую петельку, также 2, 2 столбика с накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом. А этот столбик с накидом мы вяжем не просто петельку, а поддеваем под низ, продеваем пряжу и вот таким образом вяжем. Дальше опять 2 столбика с накидом, 2 воздушные, опять 2 столбика с накидом, 1 и 2, и далее поддеваем под низ, протягиваем нитку, теперь эту нитку и вот эту. Вот то, что у вас должно получиться. Таких рядов должно быть 5. Вяжите 5 рядов, ничего не прибавляя, как есть. 4 рядочка готовы. Последний, 5-й ряд, я буду вязать бордовыми ниточками. 2 воздушные. 2 столбика с накидом. Дальше мы вяжем 5. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Во вторую заводим крючок, провздеваем вместе еще одну петельку и 2 столбика с накидом в ту же ячейку. Далее заводим под столбик с накидом и вяжем еще столбик с накидом. Получается у нас вот такая гагулька. Красивый. Так вяжем по всему периметру. Это заключительный ряд. Повторяю. Столбик с накидом. Еще один столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных. Во вторую пораздеваем, обе вместе петельки провязываем, еще одна воздушная, и в эту же петлю 2 столбика с накидом. Заводим и провязываем. И продолжаем так дальше. У меня последний. Соединяем. Обрезаем. Не забудьте убрать узелочки с изнаночки. Получился. Сейчас я его отпарю, и изделие будет готово. Ваша салфетка, я уверена, получилась очень изящной, тонкой и очень красивой, потому что ниточки тонкие, крючок тонкий. А что вышло у меня, смотрите. И удачи!
Ха-ха-ха.